пришли в огромную примерочную. Все, полковник Сандерс с нами, можем ехать домой. Вы тоже заметили, что мы остановились на канатной дороге? Да. Ну вот так вот выглядит наша легендарная Красноярская ГЭС. Такая клевая смотровая. Там вдалеке видно Красноярск. Пристегнуты, готовы шопиться. Да. Едем покупать им одежду. Папа с мамой уже новых вещичек. Да? Мы вчера это сделали. Поэтому сейчас будем одевать детишек. Где наш человек, которому мы ищем вещи, сбежала? Пытаюсь угнаться за ним. В огромную примерочную. Вот так вот примерка. Ну-ка, покрутись. Мне красивая? Ты очень красивая. Мне нравится вот так. Тебе какой-то понравится. Да, не, он не придет. Довольный, счастливый и убегающий. Вика требует заехать в KFC. Мы решили ее послушаться. Потому что сами тоже захотели. Да, заедет в автораздачу. Добрый день, мы рады вас заказывать. Здравствуйте, 6 трипсов. Большой. Ну, не острый. Спасибо. Полковник Сандерс с нами. Можем ехать домой. Обедать. Обед готов. Так, давай детям дадим по одной картофелине. Ага, и потом они съедят все. Ну, как всегда. Тащим все и сразу, мы не ходим два раза в машину. Ну, конечно, нет. Поэтому... Макс почему-то имеет, главное, не свои сандали, а одел кроксы Викина. А, Вика? Ему понравились свои кроксы. Эй, кривляка ты, а? Ну, у тебя красивый сарафанчик. Как это, да? Как это, без примерки повторной? Мало ли, что мы там мерили. Примерочно. Дома это уже другое дело. Давай вторую. Не снимать пока, не снимать. Все. Подожди, все, ты готов? Теперь можно Макс снимать? Смотрите, какая у Макса кепка. Ну он вообще такой полицей. Готовы к сегодняшнему выходному дню. День России. День России. Едем куда? На канатную дорогу. Вика, ты что забыла? Мы решили не идти на праздники, где куча народу. Да, у нас дети сопливые. Да. Поэтому мы поедем на канат. Поэтому мы поедем на канатку. Погодка сегодня. Обещает 27 градусов. Шикарно. По билету покупает. Нам сказали, что канатка не работает. Мы купили на другую, которая без смотровой, туда подошли, там закрыто, нам сказали, идти все-таки на ту. Вроде как уже заработала. Так что надеемся, что сейчас прокатимся на классной канатке. На классной канатке, где смотровая площадка. После того, как канатка не работала, тут, видимо, очередь собралась. Вот сейчас отсюда мы поедем наверх.
канатной дороге. Красотища тут. Вы тоже заметили, что мы остановились на канатной дороге? Да. Я один вижу, что наша мама подбородок начал трястись. От страха. Ну, я так подозреваю, что когда мы только отъехали, а мы только отъехали, там навстречу ехала тележка, такая под мусор или какие-то грузовые штуки. И, видимо, ее сейчас остановили, загрузят, и все поедем. Ну, а у нас есть время пофотографироваться. Ну вот, мы снова пришли в движение, снова едем. Вот мы и подъезжаем. Ну, там фотографы машут нам руками. А вот и тележка, из-за которой мы стояли. Мы решили прогуляться по лесу, посмотреть на красноярские столбы со смотровой площадки. Чтобы на них не лазить, да, мы не скалолазы, мы любим комфорт. Осторожно, медведи. Да. Далеко не ходить, Макса. Уложить спать — это целая проблема. Такая дорожка симпатичная. Мангальчик. Пойдемте смотреть, появилась наша фотка, нет? Ну все, купили фоточки мы за 250 рублей. Отправят нам их на электронку. 4 фотографии, да? Ну, что, Вольфы нагулялись? Поедем вниз. Вольфы, улыбаемся. Ага. Вот наше кресло. Вот такая вот красота. Такой вот город. Просто обалденно. И мы сейчас в них поедем. Да. Вот, прокатились мы на канатке, что ли? Все проголодались? Да. Время обеда. Время есть, а мы не ели. Непорядок. Хочется кушать. Да, ему если вот на животе нажать на бабочку, он заговорит. Нажми, Вика, посильнее. Эх, тоскливо мне без подруги. Хочу заповедник рядом, а нельзя. На работе я. Для себя. По шаурме, по сосиске в лаваше. Решили перекусить в машине, пока он спит. Сейчас поедим и поедем. На царь рыбу. На смотровую. Иди. Да-да-да. Смотровую. Такой вот у нас поворотик. Угу. Мы решили проехать нашу смотровую царь рыбы, потому что Макс у нас спит. Надо и мы решили ехать дальше. А поедем мы на Красноярскую ГЭС. У нас все дети спят. Это какой-то, видать, сборище хондоводов. Вообще. Одеются хонды. Все стоят и смотрят на нас. Ага.
лишнее. Что вы тут делаете на Митсубиси? Видите, такие сторонки типа такие, да. Макс у нас проснулся, поэтому мы остановились. Ну вот так вот выглядит наша легендарная Красноярская ГЭС. С той стороны от забора поснимаем. Пока мы ходили, снимали ГЭС, у нас тут саранча налетела. Пытается похитить шаурму. Шаурму. Кто шаурму ест? Ну, с Максом хоть тогда поделись. Поехали. Держим путь дальше. Куда мы идем? Рассказывайте. Вижу сувениры. Пойдем там. Я первый. Царь рыбу. Очень красивая смотровая возле Красноярска. Сейчас по ней прогуляемся. Какая клевая смотровая. Там вдалеке видно Красноярск. Ха-ха-ха.